ИЖФ. ИЖФ. Тебе выходит, заходишь, результаты или календарь. Календарь. Нажал. Тебе открылось. Тель-Авив был то ли январь, или февраль, или март. Заходите, пишите там сбоку. Или все турниры нет, а гран-при вот эти вот. Раз. Выходит, посмотрел, нажимаешь, выходит, и там есть датабаз и ипон.орг. Ипон.орг, нажимаешь, тебе как бы все показывает таблицу всю. Кто как боролся, кто это. А 73, кажется, поставил. Попробуйте еще так. Попробуйте. Заходишь на мой сайт, раздел дзюдо. Там вот есть гран-при. Открываешь, но там сделано по-другому. Значит, я поставил протокол PDF 60-66-73. Открываешь, скачивать не надо. Ну, в принципе, можно скачать. Открываешь и смотришь, где борется стерку. И там, например, стерку боролся с стерка. И здесь номер схватки. Подводишь и нажимаешь. PDF. И тебе открывается эта схватка в YouTube. Это у меня на сайте. А там, в принципе, ты просто нажимаешь и дзюдо, ты смотришь просто 73 и раз, два, три, третий или четвертый нажимаешь, там нужно еще выбрать категорию 73. Тебе открывается такое окошечко, там нажимаешь play, открываешь, вот тебе показывает. То есть или с моего сайта, я даже интересно, вот попробую, ага. Да? Открывается или нет, потому что у меня как бы открывается. Если скачать, если ты скачиваешь PDF, например, просто, даже это мне кажется легче скачать, открываешь, там прямо синенькие такие квадратики. То есть я туда вставляю ссылку на каждую схватку. То есть ты любишь на 66, 73 и 60. Ты нажимаешь, сразу в YouTube уходишь. Сразу тебе показывают схватку. Просто интересно, удобно или нет. Разогрелся? Разогрелся? Так, боремся. Итак, первая схватка. Вы готовы бороться? Да. Или не готовы? Да. Готовы? Да, да. Никаких заданий не даем. Аджину. Стоп, мате. Мат, да? А ты? Оттуда мат, вот сюда. Так, что я пришел сюда? Фундамент. Здесь еще чуть-чуть. А, вот так. То есть до среды вы должны решить из кимоно. И чтобы вы просто уже знали. Готовы? Да. Чувак!
Отжим. Это еще одному уже будет. 2 минуты. Что-то нет. Все, схватка закончилась. Он же не старался пройти захват. Это ты не старался? Я защищался, он. Да правильно, ты защищался, но ты защищался где? За пальцы? Тут же дай, тут же. Нечестно. Верит. Что нечестно? Верит. Все это говорят, так что ничего страшного. Значит, сейчас вы заправляетесь, идет вот такое движение. Не боремся? Подожди. Время, вы отдыхаете. Значит, раз, два. Да? Еще раз. Я беру раз, два. Вы должны посмотреть, что отсюда можно сделать. Ты 10 раз возьмешь, ты 10 раз. Так будет совсем. Раз, два. Потом, если соперник и не поворачивается, он берет отсюда, отсюда делает бросок. Значит, берет отсюда и отсюда. Обычно не поворачивается. Раз, два. Что? Вот это движение. Раз, два. Пожалуйста, 10 раз. Захват сверху. Стоп, 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 стоп. Еще раз. Бери, бери. Раз, два. То есть, как бы чуть-чуть немножко эту ручку ставь, а то ты вообще сразу уходишь сюда. То есть, как бы... Сразу бросок делать. Нет, бросок не надо делать пока. Раз, два. Вот, 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 не давай, не давай сначала брать. Как он отсюда бросает? Сейчас покажу, пойдет. Сюда? Нет, нет. Сюда, раз, два. Потом рука идет сюда. И вот сюда. Нет, я прикрываю эту, да? Видишь? Да, так. Они обычно еще так делают. Открывают вот эту. Да, вот, ну, может быть, не так высоко отсюда берут, и то потом. Ага. Отсюда, да? Да. Масса, смотри. Масса, как у нас. Да. Ну, ты уж совсем отдел. А вот здесь, если не там матушка, не тебе сейчас в целом. Да. Раз, рука сюда, подмышку. Вот это надо цеплять. Да. Еще раз. Пошел. Поэтому, Артем, ну, делай, делай, потом я скажу. Давай. Раз. Два. Да. Тогда руку под мышку и бросок, да? Или рука снизу, или рука сверху. Потому что он будет точно брать отсюда. Да. Так, еще один раз. Раз. Два. Теперь посохом берем такой же. Раз. Снизу рука. Снизу рука.
снизу. То есть раз, два и снизу отсюда. Оп, и теперь снизу и зашагиваешь. Ну тут просто за каждым нужно давать. Оп, улети. Почему ты здесь? Нет, ты не заходишь, ты опять шпагат делаешь. А если просто повернуться вот так? Сюда? Он живет сюда. Пока делай, пока делай. Так. Вот сюда, да? Четыре. Еще шесть раз. Да. Это красота, да. Это вторая рука. Как он не делает его, да? Под конец папки. Сюда. То есть, вот сюда нужно заходить. То есть, сюда как пошел. Тянешься? Я не должен. Если ты на бок уходишь, то получается там. Сюда. Так нет, ты же тянешься, ты же зайди сюда. Так тут зацепка через грудь получается, да? А, хорошо, значит так. Кто сейчас брал? Артём, значит, ты берешь раз, два, а ты делаешь или бедро, или через, или переднюю подножку. Если рука сверху, передняя, если рука снизу, через бедро. Берешь раз, два, оп, пять бросков. Вторая складочка у нас. Нету броска, есть подсечки, а бросков нет. Есть передние, бросков нет. То есть вот соперник не сопротивляется, а мы броски не можем делать. Значит, вот это надо, ну, вот над этим нужно поработать. С закрытыми глазами, чтобы ты во сне. Чтобы бабушка шла, а ты там что-то одна на тебя. А ты ищи. Я в тюрьму. И в тюрьму. Все, готовы? Жень.
Ante. Шиба, шиба, джен. Играй, не буду. Шида, шида, ребята, вы не боретесь. Вы ногами перестрелочки устраиваете такие. То есть не срываете захват, не двигаете. Сейчас все время схватки движения, 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 выведения, движения. Вы просто другую подсечки делаете. За это дается шида. Джин, это ну, второе. Второе. Я стимулю, все. Хаджи. Все хорошо, Влад. Но ты делаешь опять одну и ту же ошибку. Делаешь заднее. Я же тебе сказал, не заднее главное. Главное просто вперед. Назад показать, а ты еще в шпагат садишься. Тогда нужно, извини, делать. Это он не сюда. И я. Тогда надо менять захват, понимаешь? Вот. Ты борешься, держишь. И сюда лезешь ногой. Конечно, он может тебя посадить. Ну, держишь, держишь, взял отсюда, и туда уже отсюда лезть, тогда же хоть плечо держишь. Одну и ту же ошибку. Еще раз. Хватит воду пить, блин, локаль, блин. Встали сюда. Взял правой рукой, ой, левой рукой захват. Левый, топар. Вот отсюда. Положи на него руку. Просто. Взял чуть ниже, чуть-чуть. Берешь это и сюда, хоп, без броска. Да, и в другую сторону. Проходи голову, хоп. Вот так, еще один. Можешь. Можете держать руку просто, бери, да, просто. Раз. Бед просто, да, еще раз. Ага, не меняй. Подними чуть-чуть руку.
Нет. Взял сюда чуть-чуть. Сюда? Ну да, чтобы тебе легче проходить. Ноги-то сгибай, голову сгибай. Ясно. Вот, вот смотри, как ты стоишь. Ты вот так стоишь и хочешь сделать. Ну вот отсюда, чуть-чуть раз, ручку, наверное, чуть-чуть отсюда, чтобы отсюда раз и уже пойти сюда. Ну чуть-чуть, чтобы чуть-чуть расслабь ножки и брелки. Еще раз, мне не нужен твой бросок. Я тебе скажу, что мне нужно. Мне нужно, чтобы ты... Чтобы ты просто взял захват, раз, оп, отпустил. Просто чтобы ты был это движение, как вот через спину с колен в ту сторону. Раз, да, оп. Это должны делать быстро. Сюда, раз, оп, сюда, раз, оп, сюда. Вот это вот не надо, чтобы ты... Давай, еще тебя 6 раз. Сюда, теперь в обратную. Голову. Оп, все, еще раз. Бросать будешь потом. Здесь. Да и поднимать не надо, просто чуть-чуть зашел. Оп. Вот так, еще два раза. Раз. Два, еще раз. Вот так. Хорошо, так. Артем, значит, сейчас ты. Раз. Раз. Смотри, что надо делать отсюда тебе. Для того, чтобы сделать зацеп, у тебя ноги очень близко стоят. Поэтому у тебя получается как немножко близко, отсюда у тебя немножко вот это вот или тяжелее. Раз. А вот переступи на заднюю туда. Теперь смотри, останавливаешься. Я делаешь, останавливаешься сразу, да? И стоп, остановился. А теперь вот эту ногу. Стой.